Когда вы проектируете какие-то общественные территории или пространства, учитываете ли вы вопрос экологичности? Безусловно, тема экологии очень важный аспект развития среды. И, конечно, в любом проекте как обсуждается, учитывается возможность использования там, экологически чистых материалов, там, дерева, перерабатываемый пластик, покрытие для дорожек и так далее. Но важно понимать, что экология — это не только то, из чего сделано. Это как подход к потреблению, это там, раздельный сбор мусора, да, ответственное потребление, это соблюдение элементарных норм там, чистоты, безопасности пространства. Это все экология. Она, в общем, начинается с голов. Конечно. Плюс, если мы говорим про детские площадки, если мы говорим про такие серьезные инфраструктурные объекты, конечно, это, есть регламенты, есть там, ГОСТы, которые не позволяют использовать совсем уж токсичные, как сейчас говорят, материалы. Но опять же, еще раз, как я и сказал, это все интересно, это все учитывается. Ну, я бы наравне с темой экологии говорю, вот, ставил бы тему элементарной безопасности, потому что у нас зачастую и это делается без учета элементарных норм безопасности, освещенности и так далее. Все это должно быть как бы со здравым смыслом и со здоровой концепцией. Ну, как бы, и если все-таки там, исполнитель и проектировщик компетентный, безусловно, он знает, разбирается во всех материалах, и ну, можно быть уверенным, что эти решения, они как безопасны и, в общем-то, в определенном смысле экологичны.